Сегодня с визитом в Чувашии побывал генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань. Он посетил ряд предприятий в нашей республике. Перспективы сотрудничества Чувашии и Казахстана обсудили в Доме правительства во время встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сотрудничество Чувашии и Казахстана налажено и динамично развивается. Внешний торговый оборот республик за 9 месяцев 2018 года увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом. На Казахстан приходится почти 40% от общего объема экспорта Чувашии. Наши организации электротехнического кластера, которые производят, пошли в ваш рынок. Рынок Казахстана сегодня комфортно себя чувствует, участвует на разных конкурсах. По качеству, по цене не уступают. Это касаясь промышленности, касаясь сельского хозяйства. Наши аграрники, земледельцы сотрудничали и сотрудничают, соответственно. И с точки зрения дальнейшей перспективы, я уверен в том, что это сотрудничество только будет развиваться. Я вижу здесь большие перспективы для наращивания сотрудничества. Я предлагаю подумать относительно проведения большого делового форума «Казахстан-Чувашия», где мы бы собрали всех бизнесменов, заинтересованных в развитии наших отношений. Они есть уже бизнесмены, есть и с нашей, и с вашей стороны, но их может быть еще больше. Михаил Игнатьев поддержал идею проведения делового форума на Чувашской земле и предложил приурочить это мероприятие к празднованию 550-летия Чебоксар в следующем году или к празднованию Дня Республики.